Владимир, что нельзя делать в пении? Перенапрягаться и врать. Любая ложь, сценическая или жизненная, неважно, она сразу видна, и она молниеносно бьет по вашим внутренним органам, потому что в момент того, когда человек вообще поет, в момент вокала, у него гармонизируются все органы. Мы поем не связками, мы поем всем телом, поэтому нельзя перенапрягаться, делать это на стрессе, и особенно когда ты не выспавшийся, и нельзя врать, иначе гармонии не будет. И можно навредить себе.